зимний комплект «Премонт Пурпурная Калибри». Это такой яркий, интересный комплект, который нам очень нравится, и мы надеемся, что понравится родителям. Посмотрите, общий фон у нас темно-фиолетовый, и на нем расположены различные перышки. Они бывают малинового, розового, белого цветов, голубого. Отлично сочетаются с разными элементами в одежде и не марки, в отличие от других более светлых оттенков. Обратите внимание, как чудесно фурнитура сочетается с общей цветовой гаммой комплекта. Премонт обращает внимание на все детали, за это мы его и любим. Открываем капюшон. Он у нас съемный, на молнии. Мех искусственный также на молнии. Очень легко отстегивается, поэтому при необходимости можно будет его снять. Внутри у нас флис. Шторка для защиты от ветра. Капюшон у нас регулируется по объему головы, поэтому вот здесь вот при необходимости можно затянуть липучку. Если, допустим, вы хотите, чтобы капюшон плотнее прилегал к голове. Открываем курточку. Здесь у нас планка по всей длине. Защищает от ветра. Она застегивается на липучку. Внутри удобная широкая молния. И тут у нас снова планочка. То есть защита двойная. Она у нас с флисом. Очень теплая. Защищает ребенка от продувания и промокания полностью. Посмотрим, что внутри. Внутри курточки у нас теплый флис, очень высокого качества, который не скатывается, поэтому комплекты можно носить по 2 сезона. Он у нас расположен полностью по спинке, спереди, на воротнике. Внутри капюшона, как я уже говорила до этого. Внутри рукавов скользящая ткань для удобства одевания ребенка. Здесь у нас этикеточка с местом для имени ребенка. Кармашек внутренний на липучке. Внизу снегозащитная юбка на кнопочках. Она препятствует попаданию снега внутрь куртки. Посмотрим. Еще что у нас есть снаружи. Интересные кармашки, бантики. Очень удобные. Теплые внутри, что немаловажно. Можно спрятать ручки от мороза, если забыли варежки. Утяжка. Смотрите, как тянется у нас комплект. Идеально садится по фигуре ребенка. Такая строчка у нас есть на рукавах. Поэтому комплект выглядит немножко стеганым. Очень интересно. Манжеты трикотажные, теплые. Также внутри у нас небольшая резиночка, поэтому плотно прилегает к ручке. На комплектах Премонт вы можете найти светоотражающие элементы в соответствии с ГОСТом. Они расположены на капюшоне в виде кантиков. Также в виде логотипа Премонт. Вот здесь вот внизу есть такой же логотип сбоку. И есть такая светоотражающая снежинка, очень симпатичная, на рукаве. В данной модели у нас сиреневые брючки под цвет курточки. Очень красивые, яркие. Молния удобная, широкая, так же, как и на куртке. Расстегивается довольно глубоко, удобно одевать. Внутри у нас планочка. Также есть этикетка для имени ребенка, чтобы он всегда мог узнать свои брючки. Снаружи резинка, чтобы брючки полностью садились по фигуре ребенка. И ему было удобно. Кармашек на молнии. На брючках есть защита тканью кордура. Это очень плотная ткань, которая выдерживает до 15 тысяч циклов трения. То есть можно смело кататься с горок, играть в различные игры. И не беспокоиться, то, что брюки могут где-то протереться или порваться. Вот здесь полностью закрыта попа у нас, практически до коленок. Внутри штанин. Есть специальные хлястики для регулировки длины брючек. Посмотрим, как они работают. Вот здесь вот так вот мы их загибаем и застегиваем на липучку. Посмотрите, довольно большой объем здесь сократился, практически 5 сантиметров. Внутри снегозащитные гетры от попадания снега внутрь. Лямки регулируются по длине, поэтому можно брать брючки с запасом. Комплект Премонт мембранный, показатель мембраны 5000, это значит, что ребенок может находиться до 5 часов под непрерывными осадками и оставаться абсолютно сухим.
Температурный режим до минус 30 градусов мороза без дополнительных поддев. Утеплитель 280 грамм.